Привет, ребята. Мы сейчас даем первый урок, как надо поставить машину с прицепом в гараж. Так что это первый урок. Второй урок будет потом параллельная паркировка. Ладно, начнем. Посмотрите машину, какая она есть. Пожалуйста. И покажите еще, где сдается экзамен. Да, тут рядом проходит экзамен. С этой площадкой, где тренироваться будете. Вот одна идентичная машина, идентичная. И там же сдается экзамен, ребята. Пойдемте сейчас попробуем. И сдаем первый урок. Покажите машину. Давайте садитесь. Рядом со мной садитесь. Покажите машину. Это не надо. Вот такая машина, идентичная, какая есть на экзамене. Точно, это Mercedes Ateco. И здесь то же самое, и на экзамене то же самое машина. Но не это, в смысле, ну, похоже на эту машину. Она копия почти. То же самое. Да, то же самое, да. Так, будем заводить машину, обязательно забудь ремень безопасности. Да, точно надо надевать, так что делать. Так, значит так, подними немножко воздух. И вот я, можно, пожалуйста? Я вот покажу, вот где у нас есть, видно в зеркале, где у нас есть гараж. Вот, посмотрите, пожалуйста. Я должен его держать. Да, да, да. Понятно. Так, вот смотрите. Видите, наверное, да? Вот сейчас мы даем машина, вот. Даем машина прямо. Вот не надо никуда машину за прицеп перебрасывать, надо сдавать прямо. Вот мы тоже едем сейчас прямо. Держим машину прямо. Видите? Посмотрели, видно, наверное, прицеп тоже. Вот и видно там. Даже гараж видно. Вот две столбики видно там. Теперь должны заехать. Едем медленно. Это очень важно. Кто торопится, ему трудно это сдавать. Все-таки экзамен. Вот приближаемся, вы смотрите, да? Вот приближается. И вот остановились. Итак, делаем сейчас один руль. Делаем вот половину. Мы повернули направо. Один руль повернули направо. И вот сейчас посмотрите сзади, что происходит у нас. Вот прицеп начинал сгибаться. Вот так сгибаться. Вот там уже гараж. Видите, мы до какого-то определенного места мы будем сгибаться прицел. Вот посмотрите, как вот борт открылся у нас. Вот мы открыли борт до такой степени, запомните. А потом вот руль, посмотрите. Мы его повернули налево, и она уже стала вот прямая. Видите, это вторая маневр. Уже у нас руль прямо держится. И едем прямой рулем. Смотрите. А вот посмотрите, гараж, как заезжает прицеп. У нас вот хвост не бежит направо, машина хвост не бежит направо, потому что она у нас держится прямой руль, а прицеп, раз она сломана, она идет в гараж. Вот посмотрите. Вот сломали мы вот на такой степени, да, до половины прицеп. А сейчас делаем третий маневр, вот руль налево, один руль закрутили, и ждем, и посмотрели, что у нас там происходит. Вот, посмотрите. И немножко за ней поехали. Вот так. И смотрим зад. Вот куда она идет, мы держим прицеп. Вот видите? Ну, можно помогать рулем себе регулировать. Да, да, регулировать немножко с рулем, конечно. Вот видите?
внимательно, потихонечку, чтобы не торопясь, чтобы она не побежала у нас ни туда, ни куда, ни сюда. Вот она как спокойно заезжает. Видите, да? Вот так вот. Немножко регулируем, конечно, рулем. Если она пойдет в прицеп влево, мы тоже берем руль влево, навстречу прицепа, чтобы выравнивать. А вот если она пойдет вправо, и мы не хотим, чтобы туда она побежала, на правой стороне, да, мы тоже руль берем, соответственно, направо, чтобы она выравнялась. Вот у нас сейчас ровно заезжает, посмотрите. Смотрите на то зеркало, второе зеркало. Вот. Надо зеркало использовать то, на котором видно прицеп. Вот сейчас, в данный момент, у нас прицеп на правом стороне. Мы используем то зеркало. Вот видите, да? Вот использовали. Вот выравняли. Вот посмотрите сейчас сюда. И вот сейчас мы ровно будем держать руль. Вот она наверху, на зеркале видно. Вот как она ровно. И вот здесь ровно. Значит, а мы заезжаем сейчас прямо. Вот видите этот самый столбик, да, мы заехали, вот у нас уже мы зашли в гараж, мы уже чувствуем, что впереди нас можно закрывать ворота, так и остановились. Если там она закрывается, значит остановились. И вот все, машина стоит. Вот посмотрите, она стоит в гараж. Вот спасибо нашего друга. Который очень постарался, что я записал, это урок для вас. Привет из Кутаиси. Да, вы можете обратиться к нам в Кутаиси. Я могу вам подиктовать телефон. Плюс 559, потом 995-79-04-31. Можно и WhatsApp, тоже номер. Позвоните и решим ваши вопросы на месте.